Итак, мы взяли треугольник, расставили, да, синие, зеленые, да. Между двумя соседними красными, которые вы только что поставили, должна быть точка другого цвета. И между зелеными и между синими. Да. Осталось доказать, что если вы взяли больше, чем 6 точек, то непременно возникнет противоречие. Мы уже обсуждали, что на прямой 3 или больше точки одного цвета не могут быть. Потому что если вы возьмете на прямой 3 точки одного цвета, то какая-то будет между двумя другими, а это уже сразу противоречие. Если на прямой есть у нас 3 красные точки, то на отрезке, соединяющем вот эти две, будет красная точка, это совершенно будет. Таким образом, если у вас точек больше, чем 6, то обязательно найдется треугольник с вершиной одного цвета. А вот сейчас из всех треугольников с вершинами одного цвета выберем, что самый маленький. Маленький в каком смысле? Дело в том, что нельзя просто говорить маленький. Надо сказать маленький по весу, по длине. Ну, видишь, нет веса, но по какому измерению? По площади. По площади. Отлично. Так вот, давайте выберем треугольник с вершинами одного цвета минимальной площади. Треугольник с вершинами одного цвета. И вот среди всех такого вида треугольников минимальной площадь. Вот пусть вот этот треугольник. Ну, например, пусть его вершины красные. Три красные вершины. Что будет дальше? Господа, вот он. Треугольник. Может быть, что здесь три точки одного цвета на сторонах? Нет, конечно. Если здесь, скажем, синий-синий-синий или зеленый-зеленый-зеленый, то в таком случае этот треугольник по площади будет меньше. Значит, чтобы они были все одного цвета, нельзя. А что можно? Две одного цвета. Две одного цвета, одна другого. Ну, другие точки. Синий, синий, зеленый. Но у нас есть другие точки. Ну, есть другие. Вот эти точно должны быть. Такого типа должны быть. Хорошо, что дальше будем делать? Между синими какой будет ответ? Зеленый. Ну, на самом деле, зеленый или красный. Но если здесь будет красная точка, то эти три будут что давать? Треугольник меньше площади. Значит, эта точка какой? Зеленый. Хорошо. А между зелеными что? Если она красная, то вот вам треугольник меньше площади. Если она синяя, вот вам треугольник меньше.